17 квітня ми біжимо наш напівмарафон «Кілометри добра». Разом з нами спортсмени, політики, шоумени, а також команда «Спартибокс» та команда «Сушиї». Про кожного з них ми розповідаємо в своїх сюжетах, і сьогодні черга смачненького. Олег, привіт! Здравствуй, Анна. Ну що ж, готов тебе поздравити нашій команді «Сушия»? Одівайся. Наскільки мені відомо, Сушия дуже славиться своїми добрими ділами. Так, да, звісно. На даний момент времени вот, Сушия участвує в марафоні, тот, который будет проходить. А, ми з нами. Вот. І Сушия подарила 40 стульев в Ахмадет. Так, так, ми були, ми бачили. Ви вже намотали свої кілометри добра? Ну, ми тільки починаємо взагалі. Тут у нас близько 40 дитячих стільчиків. Крім цього, у нас є дитячі іграшки, рушнички. Служба доставки «Сушия» також намотує щоденно свої тисячі кілометрів добра. Ну що ж, йдемо заберемо з тобою закази, а по дорозі розкажу історію. Давай. Їхав я з заказом. На дорозі стояла машина. Думаю, що ж случилось? На аварійці, зі знаками, всі діла. От. Виходить з машини дівчина. Ну, я ж смотрю, ніхто не останавливається. Думаю, ну, в принципі, закази розвез, щоб мені допомогти чоловіку. Що случилось-то з дівчиною? Які проблеми були? Колесо пробило. Коли є непосередньо якась ситуація, то чому б не допомогти? Скільки у нас адресів сьогодні? Адресів буде 2. Оно? Да? Наше? Готово. Ну, поїхали. Вспомнила теж одну історію, зв'язану з вами. Коли-то у мене ребята в АТО захотіли суші. И буквально в течение суток я уже была у них. Все наши зрители знают эту историю, она была очень популярна в интернете. Круто. Ну мы поехали. Сколько вот заказов в день бывает максимально на смене? Ну, максимально я вывозил 40 с копейками, 43 бывало. 43? 40 заказов по-любому что-то случается. Да, на самом-то деле очень много всяких историй. Ну, к примеру, взял заказы, все, как бы заносить заказ, а смотрю, бабушка в печали стоит. Я говорю, бабушка, что произошло? Говорит, ой, внучок, а я смотрю, кот орет на этом. Внучок. Вообще у него кошка, я так понимаю, она выгуливала свою кошку, кошка сбежала от нее, забежала на дерево, пришлось лезть на дерево, снимать ее кошку. Надо было просто рыбу достать и так... Кстати, да, хорошая идея. Приезжайте, пошли вместе. Так, где же ваш делся? Вместе? Ну как эти попугаи-неразлучники, знаете, есть это. Можно я? Всю жизнь хотела. Добрый день. Доставка «Сушия». Пожалуйста, ваш заказ. Спасибо. Сумочки достать надо. Ой. Я отдала все. Я учу тебя на стажировке. Это ваш. Спасибо. Ну что, как впечатление? Да, отлично. Едем дальше. Ты хоть сам-то бежать будешь с нами? Бежать? Да. Очень постараюсь. У нас там свои километры, у нас свои. Я Леня. Вы Леня. Очень хочется кушать. Ешьте, пожалуйста. Приятного вам аппетита. Спасибо большое. Да, до свидания. Ну что, увидимся на марафоне? Да, увидимся уже на марафоне. Олег, спасибо тебе огромное, это был супер день. Спасибо и тебе за хорошее настроение. У тебя очень хорошо получается. Серьезно? Меняю работу.